Это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском. Но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, я ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу, и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя